Здравствуйте. Майские праздники стартовали, но и в эти дни многие нефтяники на своих рабочих местах. Такова уж специфика профессии. Наш новостной конвейер тоже не прекращает работать. Меня зовут Эдуард Прокопьев, и это новый выпуск программы «Время Татнефти». Смотрите сегодня. Наиль Маганов встретился с нефтяниками Джалиля, пообщался с молодежью и представил нового начальника НГДУ. Малик Каюмов, руководивший предприятием около 20 лет, ушел на заслуженный отдых. Большое спасибо за то, что вот мы так дружно сообщаем. Татнефть заботится о будущем своих работников. Новая корпоративная пенсионная программа компании открывает новые возможности для нефтяников. Какие именно, об этом нам рассказали первые участники. Хотелось накопить на достойную старость, чтобы в будущем помогать своим детям. Пожарным от нефтяников. Новая спецтехника для спасателей разъехалась по городам Юго-Востока республики. Новая техника – это новые возможности, это более современная техника, новыми характеристиками. Знания истории войны через призму советского кинематографа. Нефтяники приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы». Очень люблю военные фильмы, и интересно было узнать свои знания, насколько я действительно знаю. На минувшей неделе в Казани состоялось заседание Совета директоров Татнефти под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. На нем рассмотрели итоги исполнения бюджета компании за первый квартал этого года и утвердили бюджет на май. Участники заседания ознакомились с результатами финансово-хозяйственной деятельности группы Татнефть за 2020 год. Выпуск нефтепродуктов увеличился более чем на 12%. На 22% вырос объем реализации нефтепродуктов через рознично-бытовую сеть. Выпуск шины продукции увеличился на 5%. Ключевым инвестиционным проектом группы по-прежнему остается строительство объектов на комплексе «Танэко». Для сохранения финансовой устойчивости в течение 2020 года менеджментом Татнефти был предпринят комплекс мер, направленных на раскрытие потенциала и использование перспективных инструментов управления. Предприятие «Каматайрес» посетила делегация генподрядчика строительства завода в Казахстане – компании BI Industrial. В ходе визита делегация осмотрела действующие производства Нижнекамск шины и Нижнекамского завода грузовых шин. Специалисты BI Industrial изучили организацию производства шин на современных заводах «Каматайрес», а также энергоснабжение и коммуникации, обеспечивающие работу масштабных предприятий. Мы посмотрели новые линии, автоматизацию, реконструкцию старых зданий, соответственно, обновление оборудования, что это очень радует. Ну и, соответственно, автоматизировано, то есть продукция уже более качественная, нежели мы то, что раньше знали. Напомним, строительство нового шинного завода в Казахстане стартовало в начале апреля. Создание шинного производства в Казахстане реализуется в рамках совместного предприятия группы «Татнефть», в которую входят шинный бизнес «Каматайрес» и «Алюр». И в продолжение темы – обмен опытом в новом формате. В рамках развития бережливого производства для обмена опытом между предприятиями «Каматайрес» впервые было организовано посещение рабочих мест на действующем производстве. Площадкой для изучения лучших практик стали участки сборочных цехов и цеха вулканизации предприятия «Нижнекамск-Шина», которые посетили руководители и специалисты других предприятий «Каматайрес». Для того, чтобы люди воочию смогли увидеть, как организованы процессы на заводе по производству легковых и легкогрузовых шин, смогли что-то для себя перенять и в последующем внедрять непосредственно на своих рабочих местах и тиражировать это на других участках своих предприятий. В основном общался с ребятами, конечно, второго завода, как это у них, что вот это, как это сделали, какие сроки, то есть вопросы у такого характера были. Считаю, что такой формат он очень интересный и он очень такой положительный. И его дальше стоит, конечно же, продолжить. 28 апреля 71 год исполнился со дня образования Татнефти. Созданная в 1950 году, компания прошла яркий путь, полный свершений и побед. Давайте вместе пролистаем страницы истории Татнефти вместе с Альбиной Тухватовой. Свой официальный день рождения Татнефть отмечает 28 апреля. Именно в этот день, 70 лет назад, было принято постановление Совета министров СССР о мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в Татарской ССР. На бурно развивающуюся нефтяную промышленность тогда возлагали большие надежды. Необходимо было в очень сжатые сроки восстановить страну после Великой Отечественной войны.
Все эти годы Татнефть неизменно работала на благо жителей нашей страны. Из подземных кладовых добыто более 3 миллиардов тонн черного золота. Нефтяные промыслы Татарстана стали полигоном для отработки передовых технологий, кузницы кадров в масштабах всей России. Сегодня Татнефть – вертикально интегрированный холдинг с международным признанием. В его составе стабильно развиваются геолог, разведка, добыча, нефтепереработка, нефтехимия, рознично-сбытовый комплекс. Поступательное развитие, богатый научный и кадровый потенциал, творческие инновации, собственные нефтеперерабатывающие и генерирующие мощности, качественная логистика сбыта сырья и нефтепродуктов позволяют Татнефти успешно конкурировать на рынке и сохранять высокую финансовую устойчивость. В центре внимания нефтяников и вопросы повышения качества жизни татарстанцев. Строительство жилья, дорог, объектов медицины, образования, социальной инфраструктуры являются важными направлениями деятельности компании. Накопленный опыт, высококлассная команда и открытость к сотрудничеству позволяют Татнефти оставаться лидером и уверенно смотреть в будущее. В день рождения принято дарить подарки. С самого утра в холле главного здания компании сотрудников ждали оригинальные сюрпризы. Здесь нефтяники могли проявить себя в роли ведущих корпоративного радио. В прямом эфире «Татнефть-ФМ» они поздравляли родную компанию и своих коллег. Всем добрый день. Меня зовут Дмитрий Несмин, председатель молодежного комитета компании «Татнефть». В этот замечательный день я поздравляю всех работников компании с днем рождения компании. Конечно же, желаю всем успехов, трудовых успехов. Не обошлось день рождения «Татнефти» и без фотографий на память. Далее общими усилиями в корпоративном духе рисовали картину. И, конечно же, оставляли добрые желания имениннице, которой исполнился 71 год. Я желаю процветания и успехов нашей компании, чтобы она также развивала наш родной край, чтобы нашим жителям региона было также комфортно жить и реализовывать себя в этой жизни. Чтобы она была всегда на лидирующих позициях, никогда не сдавала оборотов тех, которые набрала. И всегда, наверное, творческих идей, полетов и счастья. В МГДУ «Джалильнефть» проводили на заслуженный отдых Малика Каюмова, руководившего предприятием около 20 лет. Нового начальника управления Раиса Ахметшина представил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Там же топ-менеджеры компании обсудили актуальные вопросы, заданные работниками МГДУ. Наиль Маганов отметил большой вклад, который внес в развитие нефтяного производства Малик Каюмов, и вручил ему почетную грамоту. Начальник НГДУ поблагодарил всех коллег, с которыми ему довелось работать все эти годы. Спасибо, уважаемые коллеги, в вашем лице, всему коллективу. Большое спасибо за то, что вот вы так дружно, сообща, вместе работали. Трудовому коллективу представили нового руководителя. Им стал Раис Ахметшин, долгие годы работавший в НГДУ главным инженером. Диалог с трудовым коллективом предприятия продлился не один час. Обсудили самые разные вопросы – реструктуризацию, сохранение рабочих мест и создание новых. Как отметил Наиль Маганов, «Татнефть» ни в коем случае не ставит задачу сокращать людей. Напротив, численность персонала должна расти, а вот профессии могут появляться новые. Будущее есть у каждого члена нашего коллектива. Вполне возможно, еще раз скажу, некие специальности у нас отойдут, неким специальностям будет уделяться меньше внимания, но взамен открываются новые возможности. Новые возможности, которые каждый из вас может получить, переобучившись, переподготовившись. Также глава компании отметил, что «Татнефть» расширяет географию своей деятельности и разворачивает новые предприятия в других странах. И это тоже дает новые возможности работникам. В диалоге с топ-менеджерами компании активно участвовали и молодые нефтяники. Наиль Маганов поблагодарил их за вопросы и подчеркнул, что такие встречи необходимо проводить и в будущем. В завершение встречи он призвал всех проявить гражданскую позицию, вакцинироваться, тем самым обезопасив себя и окружающих. Я сам тоже вакцинировался, коллеги тоже вакцинировались. Альтернативы нет. Не вакцинировались сегодня, не болейте завтра. Но нет альтернативы. Никакой другой не может быть. К другим темам. Завод будущего. Каким хотят видеть его сегодняшние школьники? На днях им представилась возможность рассказать об этом, причем самим нефтяникам, а именно руководству «Татнефти». Организаторы проекта «Нефтяная кухня» считают, что это позволит ребятам сделать осознанный выбор профессии.
В течение 3 дней на площадках общественного центра «Альмед» 50 учеников из 20 школ Альметьевского района, победивших в конкурсном отборе, строили гигантский макет нефтеперерабатывающего завода будущего. В адрес проекта «Нефтяная кухня» поступили 325 онлайн-анкет старшеклассников, увлекающихся химией, физикой, биологией, информатикой и математикой из 30 школ города и района. Школьные оценки никак не влияли на выбор конкурсантов. Оценивалось желание к участию. По результатам отбора сформировали команды-бригады из 5 представителей разных школьных предметов. Принципы работы нефтеперерабатывающего завода и экологические технологии школьникам преподавала тренерская команда профессиональных нефтяников, рассказывает руководитель всероссийского проекта «Нефтяная кухня» Айгуль Шадрина. Завод будущего называется по нескольким причинам. Во-первых, потому что его создают школьники, именно их видение завода в будущем мы ожидаем, что будет реализовано, потому что они вырастут, и им нужно будет уже создавать предприятие. А с другой стороны, на этом заводе реализованы самые современные экологические технологии, такие как циркулярный лес, такие как панели с водорослей, поглощающих СО2. Наша основная задача – это как раз мотивация школьников на изучение предметов. И благодаря компании «Татнефть» это сейчас возможно. В первый день проекта тренеры подробно рассказывали про ключевые процессы и устройства нефтеперерабатывающего завода. А во второй каждая из команд углубилась в конкретный процесс, чтобы в дальнейшем сконструировать отдельную часть большого макета из экологически чистых материалов – бумаги, картона, фольги и так далее. Строительство длилось несколько часов. На просторах 4-го этажа общественного центра появились циркуляционный лес для снижения углеводородного следа, установки гидроочистки, изомеризации, гидрокрекинга, визбрекинга и даже товарный парк с панелями из водорослей для поглощения углекислого газа и производства биотоплива. На доступном языке показывать школьникам сложные предметы простым языком, выстраивать у них четкие ассоциации с жизненными ситуациями, с промышленными объектами и установками, для того, чтобы они понимали, как можно применять свои знания, которые получают в школе по физике, химии, биологии, математике, как это все потом работает в реальной жизни. И мы очень надеемся и верим в то, что такие проекты будут способствовать, чтобы у них еще больше разжигалось любопытство, интерес к изучению нового, к новым открытиям, к новым исследованиям, для того, а также помочь им найти себя, потому что, участвуя в таких проектах, на наш взгляд, школьники уже начинают понимать, хотят они связать, может быть, свое будущее с промышленностью, или, может быть, они хотят связать свое будущее с биологией, с биотехнологиями, ну, с различными направлениями. Это будет им помогать сделать осознанный выбор в жизни своей профессии, ну, и стать успешными и счастливыми людьми. Заключительный день строительства стал для ребят особенным. Они публично презентовали макет завода перед экспертами, сотрудниками компании «Татнефть». Эксперты задавали вопросы по технологиям работы, физическим и химическим характеристикам. Атрибутом каждого школьника стала инженерная каска, а у экспертов наклейки, лайки, приклеиваемые работниками завода на каске за грамотные ответы. Главную оценку старшеклассники получили из уст генерального директора «Татнефти», очень живо интересовавшегося, как и какой именно школьный предмет помог в строительстве и исследовании темы. Надо было видеть глаза детей, то с каким увлечением они рассказывали про абсолютно для них новое дело, то с каким энтузиазмом переживали, то, как переживали за своих товарищей, которые готовили. Думаю, что такие мероприятия, во-первых, служат тому, что дети познают новое, то, что и они понимают, что это новое им может пригодиться. Они точно отрабатывают здесь навыки командной работы, и они вместе трудятся над проектом, пытаются разобраться, переживают и чувствуют себя вот одним единым целым. Несомненно, все это полезно. Компания, как безусловно, приветствуют все такие проекты, и будем продолжать это и в дальнейшем. Школьников отметили и наградили в различных номинациях за идеальное разделение нефти, за высокое октановое число, за эффективное производство бензина и другие. Каждый получил сертификат, подарочный набор и билет в интерактивный центр «Альметрика». Я отметил для себя множество новых и инновационных частей завода, объектов. Группа очень добрая. Я узнал много всего. Например, о том, как работает атмосферная трубчатка, вакуумная, гидроочистка, множество
всего о нефти и о работе завода в целом. Сегодня заключительный день проекта «Завод будущего», где мы, наконец, защитили проекты, над которыми работали 3 дня. Мы рассмотрели 10 установок, и каждой команде было уделено по одной. Мы же, в свою очередь, представляли установку гидрокрекинга. Мне, как человеку, который не совсем разбирается во всех тех физических, технических процессах, было невероятно интересно исследовать настолько интересные процессы. И также следует отметить, что я узнала очень всего много всего интересного. И я рада, что у нас есть такая возможность в нашем городе участвовать в такого рода проектах, ведь они сплочают, мы нашли новых друзей, хорошо провели время. И, безусловно, все эти 3 дня на всю жизнь останутся в памяти. И я надеюсь, что с каждым годом все больше и больше учеников будет участвовать в этом, поскольку это действительно полезный опыт. Завод будущего! Пожарный отряд, работающий на нефтяных объектах, получил новую спецтехнику. Такой подарок компания «Татнефть» сделала огнеборцам накануне их профессионального праздника – Дня пожарной охраны. Подробности в нашем материале. Заводы горели, не слушалось нефть, и взрывы гремели, гоняя страх всех. Но все же отступали все беды подряд, лишь гнев вступал наш легендарный отряд. Оценив творческие способности огнеборцев, глава города и района Тимур Нагуманов и заместитель генерального директора компании «Татнефть» Азат Хабибрахманов осмотрели уже имеющийся парк пожарной спецтехники. Пожарные автолестницы, автоподъемники, автоцистерны. Всего в составе альмического филиала, управления договорных подразделений, Федеральной противопожарной службы 90 единиц техники. В личном составе более 1300 человек. Тимур Нагуманов поздравил их с профессиональным праздником, отметив также, что неоценимую помощь пожарным оказывают нефтяники. На самом деле нам очень повезло, то что в нашем нефтяном районе, благодаря постоянной поддержке компании «Татнефть», благодаря тому, что нефтяники несут не только ответственность за свои объекты, но и за объекты экономики в целом и за, самое главное, жизнь и здоровье людей на территории проживающих. У нас действительно очень сильная и крепкая пожарная охрана, которая, как вот мы с коллегами обсуждаем, очень здорово прикрывает не только город, но и весь район в целом и вообще территорию присутствия. Пожарный отряд получил 6 автоцистерн от компании «Татнефть». Альмитиск, Бавлы, Ознакаево, Лениногорск – названия городов Юго-Востока Республики нанесены на двери машин. Туда и отправится новая спецтехника. Компания «Татнефть» бережется 2 отрядами пожарных. Это 16 частей и 9 постов. У нас есть и такие крупные объекты, как «Танека», шинные заводы, Нижнекамский ТЭЦ и многие другие объекты на всей территории Республики Татарстан. В прошлом году пожаров на объектах компании, к счастью, не было. Спасатели лишь отрабатывали свои навыки на производственных полигонах. Но и без этого работы хватает. За один только год более 400 выездов на тушение пожаров за пределами охраняемых объектов и более 40 выездов на дорожно-транспортные происшествия. Новые машины станут для пожарных хорошим подспорьем. Последний раз парк обновлялся 3 года назад. Также благодаря нефтяникам. Принимаем с превеликим удовольствием, потому что новая техника – это новые возможности, это более современная техника, новыми характеристиками. Это позволит нам успешно выполнять те задачи, которые на нас возлагаются. Новые автоцистерны тут же с площади разъехались по городам. Что же касается старой техники, ее также передадут в муниципальные районы добровольным пожарным подразделениям. В минувшие выходные в Альмитиске отметили День весны и труда. Он начался с традиционного возложения цветов на Аллее героев в Центральном городском парке имени 60-летия нефти Татарстана. В нем приняли участие руководство компании, профсоюзные и молодежные комитеты, а также представители городской администрации. В этот же день в городском парке прошел шахматный турнир на Кубок правкома «Татнефти». На площади Ленина состоялся праздничный концерт. Там же стартовал легкоатлетический кросс. Более 1000 работников «Татнефти» присоединились к новой корпоративной пенсионной программе. Партнером программы выступает не государственный пенсионный фонд, с которым компания сотрудничает уже более 20 лет. О преимуществах программы нам рассказали те, кто уже к ней присоединились.
Марат Валиев работает в Татнефти больше 20 лет. И хотя до пенсии еще далеко, о своем будущем начальник ЦКПП на Елховнефти думает уже сейчас. До пенсии мне еще 25 лет, но я планирую, что вот в ближайшей перспективе в течение 10 лет заработать на свою достойную пенсию. Хотелось накопить на достойную старость, чтобы в будущем помогать своим детям и реализовывать свои планы и во время пенсии. Для этого он уже присоединился к корпоративной пенсионной программе «Татнефти», запущенной в этом году совместно с Негосударственным пенсионным фондом. В чем же ее преимущество? Во-первых, сумму отчислений в свою пенсию устанавливает сам работник. Во-вторых, компания эту сумму удваивает, добавляя свой взнос. Вдобавок к этому, каждый год Негосударственный пенсионный фонд начисляет определенный процент. Таким образом, сумма является инвестиционной. Ну, о пенсии, я считаю, что надо заботиться уже в том возрасте, в котором ты можешь определенные финансовые средства вкладывать на достойную жизнь, как показывает опыт за рубежа, в том числе Германии, Японии. То есть, по мне, так я бы хотел бы на пенсии путешествовать со своими детьми, внуками, со своей женой. К программе присоединился не только Марат Валиев, но и большинство его коллег по цеху. Среди них и оператора Светлана Кандалинцева. Если ты платишь там 2-3% от твоей зарплаты, столько же добавляет Татнефть. Чем раньше начинаешь платить, как бы можно же суммы поменьше класть, а уже когда ближе к пенсии, люди увеличивают выплаты. Еще одна особенность программы – работники до 33 лет, разработавшие инновационные решения для компании, также могут формировать капитал за счет взносов и забрать его уже через 5 лет. Дополнительный бонус к пенсии получат и работники, имеющие большой стаж работы в компании. То есть, если они вовремя уходят на пенсию, то соответствующим образом они получают автоматически плюс 3000 рублей пожизненной пенсии, которую дополнительный взнос вносит Татнефть. Да, она причем без срока. Если раньше в среднем было от 700 до 1000 рублей, да, в среднем, то сейчас 3000 рублей ежемесячная прибавка к пенсии для тех, кто уходит с должностей рабочих. Даже за первый месяц действия программы, за первый месяц, за март, уже более 1000 человек, которые вступили в новую корпоративную пенсионную программу. Присоединиться к программе просто. Нужно лишь обратиться в отдел управления персоналом на вашем предприятии и написать заявление. Договор заключается в цифровой форме. Приближается очередная годовщина победы в Великой Отечественной войне. Жители 80 стран мира написали диктант победы. В этом году акция проходила в третий раз. Активное участие приняли нефтяники. На одной из площадок диктант писала Инурия Максиева. Для Резиды Валиулины эта акция не просто диктант, а прежде всего память о близких людях, которых забрала война. Оба дедушки погибли на войне, я их с детства не знаю и всегда интересовалась темой, ну, военной темой. Очень люблю военные фильмы и интересно было узнать свои знания, насколько я действительно знаю. Площадка для международного исторического диктанта была развернута в исполнительном аппарате «Татнефти». Тест длился 45 минут и включал в себя 25 вопросов. Тематика самая различная. Это и география войны, и исторические личности, и даты сражений. Просветительско-патриотическая акция позволила вспомнить основные исторические даты и вехи, которые привели нас к Великой Победе, говорят нефтяники. Для всех это близко и важно, поэтому мы участвуем в такого рода мероприятиях, чтобы самим не забывать и детям своим напомнить. Сотрудники «Татнефти» проверили свои знания не только очно, участвовали и в дистанционном формате. Итоги диктанта победы подведут 24 июня. Победители пригласят на парад победы в Москве, а абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. В Нефтеград вновь приехала творческая группа благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Лучшие музыканты страны организовали мастер-классы для воспитанников школ искусств, музыкальных школ и колледжей Альметьевска и Нижнекамска. После мастер-класса прошел фестиваль «Молодые таланты России» стипендиатов фонда «Новые имена». Напомним, этот культурно-образовательный проект реализуется благодаря нефтяникам и их благотворительному фонду «Татнефть». Для молодых талантов Альметьевска и Нижнекамска этот день выдался насыщенным. Сначала они показали себя на мастер-классах и прослушиваниях. Ценными рекомендациями поделились авторитетные эксперты Москвы. И
вот теперь идет второй тур конкурсного отбора на соискание стипендий благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой в рамках проекта «Новые имена России». Совершенно не важно, откуда, из Альметьевска, из Казани, из Новосибирска, из Иркутска. Или ты хорошо играешь, или ты играешь плохо. Здесь объединились много организаций. Это и «Татнефть», и, ну, естественно, благотворительный фонд «Татнефть», и банк «Зенит», который был учредителем творческой школы «Мастер-класс», который 20 лет уже как раз поддерживает альметьевских детей, и фонд «Новые имена». Нам удалось объединить вот все эти структуры. Свое мастерство продемонстрировали скрипачи, пианисты, флейтисты, дамбристы, гитаристы и музыканты других направлений. Для каждого сегодняшняя встреча – шаг приблизиться к своей мечте. Ведь их творчество оценивают настоящие мэтры. И всегда рядом мощная поддержка в лице педагогов и компании «Татнефть». Сегодняшнее выступление, вообще этот концерт, он необычный, увлекательный. И я рада, что я увидела столько талантливых детей. Особенные произведения, которые они играли. Они играли классику, народные произведения. Было приятно слушать. Межрегиональному фонду «Новые имена России» уже почти 30 лет. Их миссия – поддержка и продвижение новых имен. Дает возможность детям из разных городов дружить, общаться, заниматься одним общим делом. И это, конечно, их очень вдохновляет. Стипендиатов ждет летняя творческая школа. Лучшие получат право выступить на заключительном концерте в концертном зале имени Чайковского. Фестивалю и мастер-классу фонда «Новые имена» предшествовала встреча с потомками великого татарского поэта Мусы Джалиля. Со студентами встретились внучка и правнучка героя Советского Союза. Татьяна Малышева – консультант фонда «Новые имена», педагог детской музыкальной школы по классу фортепиано, руководитель музыкальных программ фонда поддержки искусств «Арт-линия». Ее 13-летняя дочь Елизавета начала учиться игре на скрипке с 4 лет. Юная скрипачка – участница множества международных и российских фестивалей. Татьяна Михайловна призналась, что любовь к музыке им передалась от деда. На этом я с вами прощаюсь. Хороших вам майских каникул. Увидимся через неделю. Тракторша. Мин диктор. Мин табиб. Эмбез блогерлар. Синде үсхенеріңне социаль шелтерлерді көрсет. Им мүхиме татарша. Татарстан Республикасы президенті қоршындағы татар тілін соқлау хэм үстіру мәселлері комиссиясы хэм матбуғат.ру порталы тәқдим ите. Блогер татар бәйгісі. Ун жинуші 20 мін сум премия білен бөлекленешек. Бәйгінің шоқлары блогер.татар сайтында. Синде лайк қалайық. Помните, кредит – это не только шанс купить что-то новое, но и определенные обязательства. Оценивайте свои возможности, прежде чем брать деньги в долг. Татарстан президенты қоршындағы татар тілін соқлау һәм үстіру мәселелері комиссиясы яңа бәйге иғлан итте. Татар тіліндегі ілме тоқталардағы хаталар күңілігізгә тиеме? Ана тілебез үшін борчыласызмы? Хаталарны бергәләп түзәтик. Хаталы тоқталарны фотоға төшереп, халық контроль электрон хезмәте аша юллагыз. Иң күп фотоматериал җибәргән 10 кешене кыйммәтле бүләкләр көтә. Бәйге быелның 1 февраленнән башланып, 1 сентябрьдә төгәлләнәчәк. 0+. 112 – номер, который нужно набирать в любой экстренной ситуации. Пожар, авария, утечка газа, угроза жизни и здоровью. Противоправные действия, конфликты, в том числе на национальной и религиозной почве. Вызвать помощь по номеру 112 можно даже при нулевом балансе и отсутствии устойчивой связи. Сделай свою жизнь безопаснее.